Всем привет, мои друзья, и это мое новое видео, но это уже не влог, это Get Ready With Me, и сейчас я смываю макияж и пойду купаться, я приду, буду собираться и краситься, и вы все это увидите. Вот, поэтому вы увидите мой повседневный макияж. Ну и, может быть, кстати, не повседневный, может быть, я добавлю какую-то изюминку. Не знаю, мы все-таки идем не в обычное место, а какое-то музыкальное лото, типа полуресторан, полу какой-то клуб, где там туса-джуса, непонятно, но очень интересно. Итак, я уже искупалась, у меня даже челка немного высохла. И сейчас я возьму масочку. Я хотела именно с вами попробовать маску от Фруди с персиком. Я уже попробовала с маракуйей когда-то. Боже мой, как она вкусно пахла, поэтому я жду не дождусь попробовать с персиком. Я чувствую, запах будет как намного лучше, чем у крема моего с персиком. И она очень красиво выглядит, даже посмотрите. Я обожаю маски, если б я... Ну, закупалась масками просто по несколько партий в день, то тогда бы я каждый день пользовалась масками. Ну, если бы было время, потому что времени тоже не хватает. Не всегда успеваешь сделать масочку, потому что ты же должен посидеть с ней, пропиталась, чтобы она... Но если времени нет, какой смысл ее делать? Как можно такие вкусные запахи, ароматизаторы делать? Не знаю. Ребята, я посушила голову. Посушила голову, посушила волосы, пришло время снять масочку, и вот так вот прохожусь. И вот так вот я после маски размазываю все, чтобы быстрее высохло, и, ну, мне так больше нравится, потому что мне не очень приятно, когда долго липкий эффект остается. Мое лицо практически высохло, и теперь можно воспользоваться кремом от Innisfree. Таким. Я просто крышечку уже сняла. Вот, с вишненкой. Мне удобнее всего с крышки наносить. Меня очень смущает зона вокруг губ. Поэтому я ее пытаюсь замазать. На лоб тоже наносим. Вы сейчас подумаете, куда столько крема белого? Ну, а почему бы и нет? Хочется выбелить свою кожу. Сразу вспомнилось видео. Я негр. Неграм быть сложно. Ладно, проехали. Так, что-то я много. Немного под глазами. Отбеливаю такой желтый цвет, потому что я не пытаюсь скрыть какие-то синяки. У меня нет, я думаю. У меня просто под глазами какой-то такой темный цвет, вот как вокруг рта. Теперь наносим базу. База у меня от не знаю чего. С Wildberries она, в общем. Да, я таким с таким способом мочу спонж. Наливаю водички. Это у меня такой грязный стакан, но он мытый, если что, да? Мочу спонжик, потому что я люблю очень легкое покрытие. Я вот думаю, наносить базу или сразу тон. Ну ладно, вот эта вот база, все ее по-любому знают. Нужен артикул, могу прислать, но в принципе, я думаю, не нужно, потому что много вариаций есть. Я хочу новую заказать, там есть какая-то для отбеливания. Пишите комментарии, мне будет приятно. Это как бы продвижение, да? Больше, чем лайки. Продвигается видео, если вы не знали. Ха-ха. Мне кажется, смотря мои влоги, вы уже давно поняли то, что база под макияж у меня от Dior в нулевом оттенке. Я вот так вот сбалтываю ее, потому что я где-то увидела то, что нужно сбалтывать. Но базу я уже не наношу сразу на лицо. Я вот так вот на руку. Вот столько мокрый спонжик. Наносим. Вот так вот немножечко растушевываем. Прям на руке. И я наношу сначала под глазом. Потом спускаюсь вниз. К центру вот сюда. И возвращаюсь наверх
прохожусь по глазу и захожу немного вот сюда. И на носик немного. Вот, разница есть. Немного выровнялся, да, тон? Теперь еще раз вот так вот делаем. И то же самое повторяем с нашей второй половиной лица. Остатки я, ну, оставляю еще немного, но большую часть остатков я наношу на лоб. Вот, я забыла консилером сначала воспользоваться. А если вы не знаете, я вообще ненавижу консилеры за то, что они очень выделяют сухость, такую неровность какую-то, когда замазываешь прыщи. Ну, может, это только у меня. Может быть, это у меня такой дурацкий консилер от Art Visage. Но это лучше, чем от Max Factor. У меня какой-то желтый просто. Значит, я сделаю так. Вот, консилер от Art Visage. Я не помню, какой оттенок. 103. Я сейчас нанесу на мои проблемные места, которые мне не нравятся. Но я не знаю, как замазывать, потому что они такие блестящие, прыщики, видите? И они все равно будут выделяться. Ну, ладно. Я замажу это тут красненькое. А вот эту вот непонятную шишечку. Тут вот. Тут на всякий случай. Вот тут не буду, потому что у меня там, если я консилер нанесу, у меня все там просто будет видно. Теперь, чтобы консилер лучше работал, его, наверное, я думаю, сухим спонжиком нужно. Я вот этой стороной, которую не мочила, растушевываю. Потому что мокрым спонжиком неплотное покрытие. И смысла от консилера никакого. И вот остатки базы, которых уже нет, я вот так поверх прохожусь, чтобы не так сильно заметно было. Так, ну вот с такими базами, консилерами, основами мы закончили. Приступаем к ресницам и бровям. У меня такой рандомный гель для ресниц. С Wildberries, я не знаю, как он называется, с клубникой какой-то. Если я найду артикул, вот тоже, если вам понадобится, отвечу, пришлю вам его, отвечу на ваш комментарий, короче. Не знаю, как сказать. Он у меня весь уже в моих ресницах, там, я не знаю, сколько ему лет. Но пока он не закончился, поэтому новый я не собираюсь покупать. Я наношу на ресницы, а излишки убираю так вот. И на нижнюю тоже. Дальше укладываю брови фиксатором для бровей от Art Visage. Вот. Я не помню, какой он, хорошо фиксирующий или мало. Или... Просто в золотом яблоке их было два. Я не помню, какой я взяла. Ну, честно, фигня полная. Мне не нравится. Это мой первый в жизни фиксатор. И я не знаю, как они должны работать. Потому что мои брови так сильно не фиксируются. Мне нужно приложить какие-то усилия, чтобы хоть как-то их уложить. А у кого-то просто вот один раз прошлись, и все, у них брови наверх. У меня, блин, а тут все шикарно. Мне очень нравится тут форма, а тут у меня бровь короче. Потому что я когда-то пощипала брови, и, видимо, случайно, или у меня реально там не росли, я не помню уже. Ну, короче, у меня короче она была. Короче, она была короче, круто. Мои ресницы уже высохли. Вот, кстати, не пытайтесь завить ресницы, если у вас не высох гель, потому что они не завьются вообще. Завиваем кёрлером. Обычно какой-то старый кёрлер, точно не новый, потому что это мамин. У неё-то нарощенные ресницы. Вот. Нарощенные правильно. Короче, исправьте меня, если что, в комментариях. Вот. Ей нафига этот кёрлер? А мне нужен. Поэтому я с удовольствием пользуюсь. Мне вообще не нужен никакой новый. Нафига покупать? Правый глаз у меня всегда идеально просто красит ресницы. Идеально завиваются. Но стоит приступить к левому, как просто я не знаю что. Либо это у меня глаз другой формы, либо что-то еще.
но не завиваются у меня ресницы так же, как на правом глазу. Я уже пытаюсь все делать симметрично, чтобы получился такой же эффект. Я теперь левой крашу ресницы, понимаете? У меня уже рефлекс, видели? Я типа только что взяла и начала красить. Вот, я пытаюсь себя приучить красить глаз левой. Ой, блин. Ты нижние реснички. Не уверена, то, что вы так сможете сделать. Нет, я не хвастаюсь. Просто я как-то научилась. Я не знаю, может, я одна. Я думаю, то, что я, блин, одна так умею, а так полмира умеет. Но, блин. Я, в общем, много раз рассказывала эту историю. Ресницы я потом еще раз завью верхние, потому что уже упали. Нет никакого эффекта. Пользуемся пудрой. Сегодня я не хочу пользоваться от Kika. А, кстати, я вам не рассказала же. Тушь черная Cabaret, неводостойкая. Вот. Я очень разочарована в ней, потому что, оказывается, неводостойкие туши — это так ужасно. Я всегда хотела неводостойкую. Только для видео, чтобы типа поплакал, и сразу все у тебя размылось. Нет, лучше водостойкую иметь. Тогда у тебя в течение дня вообще ничего не будет. Я прихожу со школы, а у меня над глазами черные пятна. Вот. Пудра Fresh Skin. Минеральная, тоже с Wildberries. Вот так вот. У меня есть еще от Kika во втором оттенке, что ли. Но я ее не хочу, мне не очень нравится. Я сначала спонжиком прохожусь по лицу, потом вот так вот насыпаю пальчиком вот в это проблемное место, наношу, растираю, чтобы не было вот этой вот типа желтизны. Вот, теперь используем румяна. У меня от Kika, но они вот такие вот, за 600 рублей. Оттенок 11-й. А это такой аналог дешевый, типа Dior. Вот этот холодный оттенок такой. Теперь губы. У меня есть маска для губ от Vivienne Sabo. Я бы ей сейчас воспользовалась, но особо времени ждать у меня нет. Поэтому у меня есть такое комбо. Наносим гигиеничку от Nivea, которую я уже покрасила. С вишней, черри. Карандаш от Vivienne Sabo с вишенками третьего оттенка. Он у меня не поточенный, но неважно. Я вот так вот крашу. Так вот. Такие губы. И матовая помада от Estrade в 75-м оттенке. Наносим совсем чуть-чуть. И мое любимое действие. Просто берем рандомный листик. Я обожаю брать рандомные листики. Впечатываем. Вот. Губы готовы. Теперь берем заново керлер. Сейчас вы просто посмотрите на разницу. А мои ресницы вот на правом глазу идеально прозавиваются. Чтобы не отрывать ресницы, я аккуратно вытаскиваю. Вы видите? Вот такой вот эффект. Я жду от левого глаза. Но почему-то на левом глазу у меня ресницы намного короче. Ну вот, в общем, не такой эффект. Вот, я сумку соберу себе, возьму все, что необходимо, и начну одеваться. А, нет, ребят, я забыла. Короче, сегодня я хочу блистать. Поэтому используем непонятную палетку от L'Oréal. Не знаю, найдете вы ее где-нибудь или нет, если вам понравится. Половины тут нет просто. Это вообще тени типа. Но это нифига не тени, это типа хайлайтер. Я наношу на переносицу. И растушевываю. Наношу вот сюда вот. Растушевываю. И над губой. Надену я сегодня вот это вот. Такой вот белый лонгслив с завязочками из твоё. И светло-голубые джинсы из... Этот, Gloria Jeans. Они типа такие. Трубы. Трубы. Вот так вот. Сейчас надену носки. И вот я думаю. Ой-ой-ой, жестко. Не, совсем не чистый макияж.
такой вот outfit. Very common outfit, но мне кажется, все равно прикольный. Наверное, не буду пользоваться фиксатором для макияжа, потому что он сейчас просто съест всю мою пудру, все съест, короче. Ну вот и все. Это был весь мой Get Ready With Me. У меня вокруг срач. Но я сейчас все уберу. Я же не свинья. Короче, ребят, я ошиблась. Никакой не стоп. Нет, влог не закончен. Ой, Get Ready With Me не закончен. Я беру с собой мою сумочку черную. И my favorite sunglasses. Я сразу такая... Ой-ой-ой, что за чика? Ой-ой-ой. Ну вот сейчас Get Ready With Me закончим.